Глава 7. Руины Долорана. Тем же вечером Малфурион вернулся в лагерь ночных эльфов, чтобы предупредить Маэф и Тиранду об опасных замыслах своего брата. Ну, все очень совсем как-то... Да. Маэф, нам нужно поторопиться. Иллидан начал ритуал, способный расколоть вершину мира. Мы должны... Постой, а где Тиранда? Мне жаль, Шандо, но жрица пала в бою. Мы помогали отряду солдат Альянса отбиваться от нежити. Жрица доблестно сражалась, но я своими глазами видела, как ее разорвали мертвецы. Разорвали? Тиранда... Сердце мое, я должен был быть там с ней. Ты еще сможешь отомстить за ее гибель, Шандо. Мы покончим с Иллиданом вместе. Именно из-за него мы пришли в этот проклятый край. Он причина твоей потери. Шандо, это принц Кельтас, союзник, о котором я рассказывала. Приветствую тебя, великий друид. Мои разведчики подтвердили, что Иллидан и его змеи расположились на руинах города Долоран. Они исполняют какой-то странный ритуал с помощью артефакта, похожего на драгоценный камень. Должно быть, они используют Око Саргероса. Но зачем им наносить удар по вершине мира? Это не важно. Они умрут раньше, чем успеют завершить ритуал. Иллидана нужно остановить раз и навсегда. На Торе у Кельтас такой постоянно в конце каждого предложения такая интонация, типа какая-то такая, типа, не знаю, мне это почему-то угрожает этим землям. Напрягает меня такая его такая. Ну, дура. Так, что еще могу взять? Аштера, вот это явно нужно. Защита плюс 3. Да. Так, плюс 1 к ловкости. Ладно. Я един с природой. Так, дракончики у меня появились. Так. Виновные будут наказаны. Чудесный дракончик. Какой чудесный. Древо вечности, да? Да, у меня пока его нет. Серьезно? В компании? Рюкзак? Требуется больше древесины. Да это нежданчик. Ой, тут точно тот же на время. У меня реально ни одного огонька нет на древесине. А нет, вот у меня их сколько. 4, конечно, не слишком много, но... Я уже заждалась. Пошли исследовать. Близится финал. Надо дополнительное здание найти. Наги захватили в плен людей паладина. Если мы освободим их, они помогут нам остановить Иллидана. Нет, уйдите. Нет. До свидания, пожалуйста. Наши войны. Я завершу начатое. Виновные будут... Вау, классно у меня. Разделился отряд, нет! Я уже заждалась. Ой, зачем я их согрел? Уходим. Да говно! Пора продолжить охоту. Офигеть, просто жопа какая-то. Да зачем мне его? Не надо показывать. Герой союзника пал в бою. Да вы что? А почему два героя сразу нападают? Почему просто все, кто есть у них, нападают?
Блин, походу придется все-таки им помочь. Что за жопа? Исследование завершено. Зачем? Зачем так жестко? Улучшение завершено. Я завершу начатое. Чувствую, как их магия разрушает вершину мира. Мы должны прекратить это. Спящий. Просто жесть какая-то. Самое время. Так, ладно, Кель появился. Исследование завершено. Боевые когти плюс 9, говорите. Близится финал. Да будет так. Так, пусть так будет. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. О, вот это вот обязательно нужно. Давайте рюкзак, раз он такой дешевый. Не знаю, правда, зачем, каким образом он вообще у меня тут есть. Близится финал. Виновные будут наказаны. Кобольды? Самое время. Исследование завершено. Исследование завершено. Ой, стоп, а где у меня эта хреновина с химерами? Химеры есть, а хреновины с химерами нет. Так, я завершу наш. Шлем Капитана Америки, кто у меня возьмет? Что угрожает этим землям? Опять же, вот это насрать тогда. Не хватает места. Хватает. А это уже не шлем Капитана Америки, они его перерисовали. Я заждалась. Самое время. Близится финал. Я завершу начатое. Так, сейчас паладин освободим. О, гвардеец. Оу, щит. Уже. Жестко-то как. Да, после чего я еще мог ожидать. Стоит перед нашей праведной мощью. Мы поможем вам уничтожить этих нечестивых тварей. О, спасибо, что помогаете. Они все равно, блин, дерево ломают, охреневшие. Самое время. Вообще, уроды. Стоп, стоп, стоп. Близится финал. Неужели? Мы задержим Нак сколько сможем. За Кельталас. Зачем я паладину его скормил? Будут наказаны. Вау, я хотел Мафуриона, но я же не знал, что у меня почему-то паладин стал вторым по счету, а не третьим, как должен быть, по идее. Почему, у меня реально все воины могут таскать предметы? Да, жесть. Офигеть. Виновные будут на. Очень странно. Требуется больше древесины. Надо паладину купить сферу. Угу. Потому что она атакует летающих. О чем ты попросишь? Он вот нет. Базе союзника нужна помощь. Опять вы? Ну не, вы справитесь. Раз только один герой. Правда, он, конечно, уровня намного выше. Ничего, ничего. Надо построить для химер штуку. Базе союзника нужна помощь. Понятно, нужно больше огоньков.
Да, все. Ты, может, прокачаешься? Тоже было бы неплохо. 230, да уж. Нехило. Ну ладно, давай, найму я его. Исследование завершено. Задолбали уже. Я это все-таки накоплю сейчас. Че, все? Да. Быстренько, однако, он появился. Так. Исследование завершено. А тут, кстати, у нас что? Давайте поисследуем. Это плохо, эту карту на самом деле знаю. Я завершу начатое. Лесные тролли. Близится финал. Я завершу начатое. Да что вы делаете? Во имя правосудия. За стражей. Оу. Я един с природой. Надо кому-то, кого... Ладно, правосудие пофиг. Правосудие свершится. Ты так ты. Поторопись. Почему клетку нельзя сломать? А? Виновные так, будут наказаны. Это снова к базе нежити ведет? Или чё? Я уже заждалась. Исследование завершено. Да. Самое время. А тут чё? Еще одна база нежити. Просто там тоже вроде порча. Так что... Здание готово. Финал. Как бы, Реально еще одна база нежити? Самое время. Да. Я завершу начатое. Причем той же фракции. Я уже заждалась. Так, это сделаем. Это тоже надо будет сделать. Глифометы тоже потом намутим. И это еще все жопа какая. Так, все что ли? Исследование завершено. Никого у нас больше нет. Войны, мудрости и ветров. Вступили в бой. Ой, или да? Виновные будут наказаны. Близится финал. Исследование завершено. Близится финал. Базе союзника нужна помощь. Обойдутся. Да. Так, надо глифометы. Еще химеры. Базе союзника нужна помощь. Еще лунные колодцы. 4 штуки аж. Требуется больше древесины. Ну, в идеале 4 штуки, можно, конечно, и меньше, но лучше больше. Исследование завершено. Так. 30. Ага, быстро. Ага, все. Все. Хорошо. Да, все хорошо. Так, теперь надо нам... Здание готово. А, у меня опять древесины нет. Ну что такое? Здание готово.
А ладно, тут еще долго ждать. Ладно, понятно, я все понял. Здание готово. Хорошо, что от расходов не зависит то, сколько древесины добывается. А то было бы очень грустно. Здание готово. Странно, что, блин, юнитам продавать можно. Это реально очень странно, что внезапно они мне разблокировали эту способность. А она ее в компаниях раньше вообще не было. Только в сражениях. Так, ладно, химер достаточно. Давайте делать глифометы. Ни одной лучницы даже нет. Вью. Вью. Хватит мне экран трясти, я и так все понимаю. Раскалывает землю. Боль невыносима. Так, нужно больше дриад еще. У меня вообще ни одной нет. Все-таки медленно древесина, блин, добывается. Вроде у меня дофига этих штуковин, но все равно медленно очень. И этих тоже, ну, нужно больше. Эти особо не нужны мне. Они достаточно бесполезные. Как я люблю природу. Че, сейчас скоро нападем. Вот отсюда, пожалуй, я пойду. У нас половина времени прошла. Контрольная точка. Как раз. Что половина времени прошла. О, высокие расходы. Базе союзника нужна помощь. Я люблю природу. Да ничего с вами не будет. Базе союзника нужна помощь. Сейчас максимальное войско наберу и пойду всех бить. Чего он до сих пор уровень-то себе не прокачивает? Вы чё? Вообще попутали? Базе союзника нужна помощь. Вообще охренели уже. Я готов. Дерево мое сломали. Да я уже не нужна. Спящий пробудился. Да, у меня уже максимальная армия. Базе союзника нужна. Да вы задолбали. То одни, то другие, блин, нападают со всех сторон. Виновные будут наказаны. Это второй отряд у нас вообще на самом деле, пусть будет. Спящий пробудился. Близится финал. Потому что это у нас против зданий войска. Я уже заждался. Самое время. Ха-ха-ха.
Да, ну так вообще все изи. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Если так фокусироваться на зданиях, то все даже хорошо у нас. Ладно, не успел. Базе союзника нужна помощь. Да вы идите в жопу. Нет, так вот, потом так, и потом вот так. Наши воины вступили в базе союзника нужна помощь. Да, тут просто жопа какая-то происходит. Бесконечная. Наши союзники были знакомы. Я уже сошла. Вступили в бой. И нифига себе. Чё, как жестко. Близится финал. Так, уйди оттуда. Жаждет битвы. Не, вот сюда. Наши воины вступили в бой. Блин, это все гвардейцы. Жесть-то какая. Наш герой впал в бою. Наши так. Воины вступили самое в бой. Время. Вау, что-то очень жестко все произошло. Ну, охренеть просто. Просто какая-то жесть. Я что-то вообще такого не ожидал. Эти гвардейцы, блин, вообще. Я готова. А, как я люблю природу. Виновные природу. Будут наказаны. А вот это все вот добить. За стражей! Правосудие свершится! Богиня, укажи мне путь! Боги, зачем вам нужна помощь? Ну ладно, пусть. Я готов. Я уже заждалась. Базе союзника нужна помощь. Во имя правосудия. Да нет, нет. Как я люблю природу. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Что случилось в наших лесах? Богиня, укажи мне... Да уйдите вы оттуда! Базе союзника нужна помощь. Ладно. Мы впустую тратим время. Ладно, было глупо, бессмысленно. Самое время. Ну ладно. Спящий пробудится. Так, надо что-нибудь еще сломать. Вот это, например. О чем шумят деревья? Наши воины вступили в бой. А, ладно, уходим.
Ладно. Близится финал. Мы впустую тратим время. Так почему я не воскрешаю паладина? Наши воины вступили в бой. Мы впустую тратим время. Почему вы отсюда идете? Блин, какие вы смешные. Я уже заждалась. Близится финал. Так, ничего, время еще немножко есть. Наши воины вступили в бой. Не буди во мне зверя. Наши воины вступили в бой. Да вы чё, блин? Правосудие свершится. Ладно, это, походу, тоже надо зачистить. Тут они еще... Виновные будут на... Тусит, блин. Гвардеец, да еще и под источником. Охренеть. Я не сплю. Очень плохая комбинация. Базе союзника нужна помощь. Да не нужна. Я говорю, не ну. Блин, почему у него уже 7-й уровень? А у Келли все еще 2-й. До сих пор. Поторопись. Базе союзника нужна Самое помощь. Самое время. Пора продолжить охоту. Правосудие свершится. Сейчас тут всех уничтожим. Базе нужна помощь. Я не сплю. Сейчас. Конечно. Правосудие свершится. Так, давайте-ка вот сюда пройдем. Нападем с той стороны, где вот это все находится. Я завершу базе союзника нужна помощь. А, опять он сдох. Базе союзника нужна помощь. О, найс вообще. Виновные будут наказаны. Продолжить охоту. Блин, ты дебил тупой. Я уже заждалась. Ты уже, вы уже в другую сторону пытаетесь все это Самое... делать. Базе союзника. Ну все. ГГ. Близится. Убойная финал. Магия просто. А? Нет, я не закончил. Это еще не все. Все кончено, брат. Пришел конец твоим нечестивым замыслам. Иллидан, ярость бури. За то, что ты бездумно подверг опасности тысячи жизней. За действия, которые угрожали равновесию всего мира. Я приговариваю тебя к смерти. Иллидан, из-за тебя было пролито слишком много крови. Даже сейчас я чувствую, как содрогается от твоих чар земля Нордскола. Темница была бы слишком легким наказанием. Я сама приведу приговор в исполнение. Глупцы, как вы не понимаете?
Мой ритуал должен был ударить по нежити, нашему общему врагу. Я намеревался уничтожить цитадель ледяной короны, твердыню короля Лича. Не считаясь ценой, которую придется за это заплатить. Из-за тебя погибла Тиранда. Что? Прошу прощения, Малфурион. Может быть, жрица еще жива. Ее унесло течением, но говорить о смерти преждевременно пока... Кельтас, замолчи сейчас же! Ты же сказала, что ее разорвали мертвецы! Ты солгала мне? Нашей главной задачей было схватить предателя. Мне нужна была твоя помощь, Шандо. Я знала, что если скажу правду, ты помчишься спасать ее, и мы упустим свой шанс. Я... И кто из вас теперь предатель? Я должен поспешить на помощь Тиранде. Брат, поверь мне. Несмотря на все наши разногласия, ты знаешь, что я никогда не причинил бы вреда Тиранде. Позволь помочь тебе. Мои наги прочешут всю реку. Дай мне сделать хотя бы это. Хорошо. Что? Ты доверишься этому предателю? После всего, что он натворил? Замолчи! С тобой я разберусь позже. Пойдем, брат. Вот так вот. Ну что ж, последняя глава у нас начинается. Так что давайте